Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И недавно мы выложили на канал ролик под названием «Момент инерции». А наш сегодняшний ролик служит его продолжением. Так что, кто не смотрел основной ролик, я настоятельно рекомендую его посмотреть. А в конце этого ролика был задан вопрос. Ну вот, можно скатить с горки трубку, и она скатывается с какой-то быстротой. А спрашивалось, как сделать такое устройство, которое будет скатываться с этой же горки, но гораздо медленнее, чем трубка. Ну и простое, предложенное многими решением, состоит в том, чтобы вынести массу за радиус качения. И я надел на трубку массивный диск, кладу его на рельсы, впереди кладу для сравнения трубочку, отпускаю. И трубка покатилась очень быстро, а диск движется гораздо медленнее. А теперь я уменьшил диаметр трубки еще в 3 раза, опять кладу диск на рельсы. И в этом случае почти вся потенциальная энергия переходит во вращательную кинетическую энергию диска, а на долю поступательной кинетической энергии приходится очень малая часть. Вот диск и спускается совсем медленно. И этот же диск я установил в устройство под названием «Маятник Максвелла», которое демонстрирует переход потенциальной энергии в кинетической и обратно кинетической в потенциальную. Причем кинетическая энергия здесь – это в основном кинетическая энергия вращения. Маятник медленно движется вверх и вниз, зато очень быстро вращается. Ну и в заключение этого ролика я хочу спросить вас, а какие еще есть устройства или игрушки, которые демонстрируют свойства момента инерции? Все, что вам придет в голову, можете написать в комментариях под этим роликом на YouTube.